Внимание, внимание! Говорит и показывает Ростов-на-Дону. Говорит и показывает картодром Лемар. Дамы и господа, уважаемые зрители, болельщики, любители и поклонники картинга, уважаемые любители и поклонники картинга, собравшиеся у мониторов своих компьютеров, которые сейчас следят за нашей трансляцией на сайте kartingrf.ru. Встречайте, встречайте, встречайте! На стартовую решетку выходит колонна участников соревнований во втором финальном заезде класса мини. Второй этап первенства России 2016 года по картингу. И я представляю вам участников второго финального решающего заезда в этом классе. Первую линию стартовой решетки на ваших мониторах занимают. Первая позиция у стартового номера 6. Это Дмитрий Игнатов, город Москва, представитель команды «Серебряный дождь». Вот сейчас мы крупным планом наблюдаем Дмитрия Игнатова. Стартовый номер 6. Рядом с ним на первой линии стартовой решетки под восьмым номером Глеб Максюта, город Краснодар, представитель команды «Брик Тим». Готовят сейчас карт для Глеба Максюты и установит его через несколько мгновений на стартовой линии. Вторая линия стартовой решетки. Третья позиция у номера 54. Это Олег Каменев из Новосибирска, представитель команды «Прима Рейсинг». Обратите внимание, на фоне «Грид Герлс», обаятельной, симпатичной, длинноногой, находится карт под номером 54. Это Олег Каменев. У него третья позиция. Рядом с ним четвертую позицию стартовой решетки занимает спортсмен под номером 59. Это Вячеслав Волосянкин из Москвы, представитель команды Fast Line. Крупным планом сейчас Вячеслав на ваших мониторах. Третья линия стартовой решетки под номером 53 на ваших мониторах. Тимофей Киевский, город Москва. Тимофей Киевский, команда Fast Line. Рядом с ним на шестой позиции под номером 22 Матвей Цветков, город Сочи, команда BMS Racing. Четвертая линия стартовой решетки. Седьмая позиция у 30-го номера – это Генрих Дюков, Ростов-на-Дону, команда «Лемар Моторспорт». Рядом с ним на восьмой позиции под номером 33 – Владислав Забудько, город Москва. На пятой линии стартовой решетки под номером 32 – Тимофей Дегтярев, город Москва, команда «ЦСКА Купер». Рядом с ним на 10-й позиции под номером 17 Иван Александров, город Выборг, команда «Нива Карт». Ваня сейчас настраивается, приветствует болельщиков. Ваня, желаем тебе удачи в этом заезде. Шестая линия стартовой решетки. 11-я позиция у номера 18. Это Александр Губенко, город Москва. Саня, приветствуем тебя, родной. Рядом с ним на 12-й позиции под номером 72 Григорий Лукьянов, город Санкт-Петербург, SMC Racing. Седьмая линия стартовой решетки, номер 99, Федор Пираторов, город Москва. Федя, поздравляем тебя с участием во втором финальном заезде. Рядом с ним на 14-й позиции под номером 88 Андрей Дубынин, город Братск, команда «Прима Рейсинг». Следующая линия, восьмая линия стартовой решетки, 14-й номер, это Тигран Бунатян, город Москва. Тигран Бунатян, команда Red Racing. И рядом с ним под номером 16 Тимофей Маруков, поселок Тельмана, Нива Карт. Тимошка приветствует болельщиков, и болельщики отвечают ему тем же. Следующая линия, девятая линия стартовой решетки, 17-я позиция у номера 15, это Максим Орлов, город Москва. Рядом с ним на 18-й позиции под номером 91 Кирилл Никифоров, город Санкт-Петербург, команда «Сокол Юниор». Следующая линия, десятая линия решетки, 42-й номер. 42-й номер, это Максим Черников из Каменска-Уральского. И рядом с ним под номером 77 Илья Бухарцев, город Москва, представитель команды Red Racing.
11-я линия стартовой решетки, номер 56, Кирилл Сорокин, город Москва. Рядом с ним на 22-й позиции под номером 25... Под номером 25 Ариэль Илькин, город Симферополь. Small Kart Racing. Приветствуем спортсмена. 12-я линия стартовой решетки, стартовый номер 12, Артем Арутюнов, город Москва. И рядом с Артемом под номером 34 Кирилл Куцков, город Москва, Сокол Рейсинг. На следующей линии стартовой решетки под номером 21. Под номером 21 Олег Суворов, город Москва. Рядом с ним на 26-й позиции под номером 55 Валентин Туренков, город Москва, Red Racing. И 14-я линия стартовой решетки. 14-я линия стартовой решетки, номер 78. Это Кирилл Поченков из Новосибирска. Рядом с ним на 28-й позиции стартовый номер 39. Александр Плотников, город Новосибирск. Мэтт Крок, Раша. Grid Girls покидают стартовую решетку. Последняя готовность. Руководитель гонки Игорь Анатольевич Кравченко дает добро. И спортсмены отправляются на установочный круг. Какие-то проблемы сейчас возникли у лидера наших соревнований Дмитрия Игнатова. В отчаянии Димка бьет кулаком по баранке. Надо заводиться любой ценой, потому что шанс выиграть сегодняшнее соревнование у Дмитрия Игнатова практически стопроцентный. Дорогие друзья, уважаемые зрители, на экранах ваших мониторов вы можете наблюдать стартовый список участников второго финального заезда класса мини. Игнатов, Максюта, Каменев, Волосянкин, Киевский, Цветков, Дюков, Забудько, Дегтярев и Александров. Иван Александров, замыкающий десятку лучших. А дальше Губенко, Лукьянов, Пиратов, Дубынин, Бунатян, Маруков, Орлов, Никифоров, Черников и Илья Бухарцев на 20-й позиции. И замыкают пелетон участников заезда Кирилл Сорокин, Ариэль Илькин, Артем Арутюнов, Кирилл Куцков, Олег Суворов, Валентин Туренков, Кирилл Поченков и Александр Плотников на позиции замыкающего. Александр Плотников, город Новосибирск, стартовый номер 39. Итак, дорогие друзья, дамы и господа, заключительная, вторая серия финальных заездов начинается со сражения в стане участников соревнований в зачетной группе «Мини». Буквально еще 20-15 минут назад моросил легкий дождик. Сейчас солнышко проглянуло на трассе катардрома Лемар. И это говорит о том, что, скорее всего, все-таки этот заезд пройдет у нас в режиме сухой гонки. Меньше работы механикам, меньше тревоги представителям команд подготовки заезда. И вот сейчас колонной в две шеренги юные пилоты, представители класса мини, приближаются к стартовой прямой. Дистанция заезда 9 кругов. 9 кругов должны будут преодолеть спортсмены в решающей заключительной гонке второго этапа первенства России по картингу в классе мини. Поехали, поехали, поехали! Дан старт! И рвануло вот это! Куча мала в стартовый вираж. Слава богу, обошлось без столкновений, без вылетов. Трасса сухая. И сейчас растягивается пелетон по ниточке друг за дружкой. И уже есть целая серия обгонов на выходе из стартового виража. Определился уже и лидер. Поэтому, конечно же, все внимание сейчас будет приковано к первой десятке участников заезда. На первом круге участники второго финального заезда в классе мини. Мы ведем прямую трансляцию на сайте kartingrf.ru. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Это интересно. Решающие заезды. Вторая серия финальных заездов. Ну что же, началась. Началась ростовская карусель. Пока у нас только лидер. Дмитрий Игнатов рвется впереди планеты всей на белом скакуне. И пытается достать его целая группа преследователей.
на второй круг. Опа, дорогие друзья, что я говорю, у нас на позиции лидера никто иной, как Глеб Максюта, стартовый номер 8. Глеб Максюта опережает практически на секунду Волосянкина, и это говорит о многом. Вячеслав Волосянкин на второй позиции с отставанием почти в одну секунду от лидера. Да, технические проблемы не позволили Дмитрию Игнатову, победителю первого финального заезда, лидеру этого уикенда, включиться в борьбу за лидирующую позицию. И вот сейчас Глеб Максюта, представитель краснодарской команды «Брик-тим», рвется вперед на первой позиции, на позиции лидера. Десятку сильнейших замыкает 72-й номер Григорий Лукьянов из Санкт-Петербурга. Пока еще не сильно растянулся у нас пелетон, пока еще плотной гурьбой друг за дружкой аккуратненько ведут борьбу участники заезда. Приближается к лидеру заезда Максюта. И что мы видим? 12-й номер Артем Арутюнов получает у нас предупреждение. Я думаю, что пока ничего серьезного, и тем не менее, лидером круга, второго круга, показав лучшее время, является Олег Каменев, стартовый номер 54, город Новосибирск, один из фаворитов сезона. На третьем круге лидер заезда. Сейчас крупным планом мы его наблюдаем на наших мониторах. Глеб Максюта, Краснодар, команда «Брик Тим». Лидирует Глебушка, но, правда, не так уж далеко от него и преследователи. Поэтому впереди у нас более чем достаточно времени для того, чтобы разобраться в десятке сильнейших участников этого заезда. На четвертый круг провожаем мы лидера. И вот, пожалуйста, 22 и 30. Генрих Дюков против 22 номера Матвея Цветкова, сочинского пилота из команды BMS Racing. И лучшее время на третьем круге показывает вновь Олег Каменев. 58,66 секунды. 58,66 секунды. И вот сейчас дуэт дуэлянтов. 30 и 22. Генрих Дюков опережает Матвея Цветкова. И Матвей Цветков идет в атаку. По внутреннему радиусу, по внутренней бровке. Рвется вперед, оставляя позади себя и Генриха Дюкова, который все-таки сумел опередить 33-го номера Владислава Забудько из Москвы. На четвертом круге продолжается у нас борьба. Генрих Дюков все-таки сумел закрепиться вслед за своим обидчиком Матвеем Цветковым. Но атака была красивой. Максюта, Каменев, Киевский, Цветков, Дюков, Забудько, Волосянкин, Лукьянов, Александров, Суворов, Элькин, Дубынин и Черников. Друг за дружкой мчатся пилоты, но Черников отстает от лидера заезда уже почти на 11 секунд. И вот, пожалуйста, схватка за первую позицию в заезде. Глеб Максюта и буквально по пятам преследующий его Олег Каменев. Олег Каменев достойно выступил на первом этапе, который состоялся в начале апреля в Усть-Лабинске. Вот сейчас он все-таки прорывается вперед, опережает Глеба Максюту. И завязывается настоящая схватка. Пока не сдается Глеб Максюта, пока старается не упустить лидера, а тот, в свою очередь, подгоняет своего скакуна, пришпоривает и отрывается от Глеба Максюты, на первой позиции отправляясь на шестой круг. Уже 0,3 секунды уступал ему Глеб Максюта на промежуточном финише. Третью позицию у нас занимает Тимофей Киевский, город Москва, представитель команды Fastline. Да, кто бы мог подумать, что так не повезет прямо на старте Дмитрию Игнатову. Это обидно до невозможности. Пилот, я думаю, сейчас, конечно же, переживает очень сильно, расстроился. Но, как говорится, у нас целый сезон впереди. И вот, смотрите, какие скоростные показатели у лидеров заезда. Ускоряется Олег Каменев, на пятом круге показав 58,83 секунды. И напротив замедлился на пятом круге Глеб Максюта, показав время 59,28 секунды. Это, конечно же, позволяет Олегу Каменеву уверенно наращивать обороты. И вот сейчас крупным планом 30 и 33 Генрих Дюков и преследующий его Владислав Забудько.
Генрих Дюков на четвертой позиции. Забудько замыкает пятерку сильнейших. Глеб Максюта на шестом круге пришпоривает своего скакуна, показывая лучшее время. 58,65 секунды. 58,65 секунды. И это уже седьмой круг из девяти. Товарищи, все меньше и меньше времени остается до финиша. Уже пора принимать решительные меры. В сражении Олега Каменева и Глеба Максюды идет ускорение. Да, динамика скорости увеличивается на шестом круге. Олег Каменев промчался за 58,69 секунды. 69 секунды. И Глеб Максюта на 4 сотых быстрее. Следовательно, сражение еще не закончилось. Глеб Максюта не сдается. И вот только сейчас мы провожаем лидеров на предпоследний восьмой круг заезда. Глеб Максюта, 17 сотых отставания от лидера на промежуточном финише перед тем, как отправиться на финишный круг. И точно, Глеб Максюта на седьмом круге показал лучшее время. 58,58 секунды. 58,58 секунды. Вот они, лидеры, отдаляются от нас, завершая второй финальный заезд, решающий заезд в классе мини. Григорий Лукьянов тем временем обошел Ивана Александрова, заметно ускорившись на седьмом круге. 59,68 секунды против 1 минуты и 24 секунды у Ивана Александрова. Значит, еще многое может измениться в середине пелотона. И вот они крупным планом, лидеры заезда, которые выходят на финишную прямую. Ах, нет, мы только сейчас их провожаем на финишный девятый круг. Вот только сейчас на финишный круг отправляются лидеры. Простите за ошибку, я тороплю события, выдаю желаемое за действительное. Глеб Максюта, отставание всего в 21 сотую секунды. Он на позиции атаки, вслед за лидером заезда. И, конечно же, мы видим, как ускоряется Олег Каменев. 58,59 секунды на предпоследнем круге. Чуть замедлился Глеб Максюта, 58,63 секунды. И вот сейчас была попытка по внешнему радиусу прорваться вперед. Идет в атаку. Не ищет легких путей. Глеб Максюта по внутреннему радиусу, Глеб Максюта прорывается вперед. Дамы и господа, мы встречаем на линии финиша победителя заезда. Глеб Максюта, город Краснодар, представитель команды Brick Team. Легкое столкновение, едва не потерял управление Олег Каменев из Новосибирска. И тем самым все-таки сохранил траекторию движения и удалось сибиряку финишировать на второй позиции. Вот и все, друзья мои. Первая часть шикарного балета под названием «Вторая серия финальных заездов» завершилась. На ваших мониторах результаты этого заезда. Глеб Максюта, опередивший на 93 сотых секунды Олега Каменева. Третья позиция у Тимофея Киевского с отставанием в 3,7 секунды. На четвертой позиции Генрих Дюков. Пятерку лучших замкнул Владислав Забудько с отставанием в 5,65 секунды. Далее Матвей Цветков, Вячеслав Волосянкин, Олег Суворов, Андрей Дубынин. И десятку лучших замкнул Иван Александров, стартовый номер 17. На 11 позиции финишировал с отставанием почти в 13 секунд Григорий Лукьянов. Вслед за ним Илья Бухарцев, Ариэль Илькин, Максим Черников, Артем Арутюнов, Тимофей Маруков, Валентин Туренков, Кирилл Куцков, Кирилл Поченков. В двадцатке лучших Кирилл Никифоров. И вот, пожалуйста, три человека, которые не смогли добраться до финиша. Кирилл Сорокин, Дмитрий Игнатов и Тимофей Дегтярев. Таким образом, только 25 пилотов завершили борьбу во втором финальном заезде класса мини. На 21-й позиции Тигран Бунатян, на 22-й Максим Орлов, Александр Плотников, Александр Губенко. И на последней позиции, замыкающего, Федор Пирадоров, стартовый номер 99, город Москва. Ну что же, это было интересно и весьма поучительно.
Фортуна улыбается сильнейшим. И я представляю, как сейчас переживает, как сейчас расстроился Дима Игнатов. Дорогие друзья, у нас на очереди старт очередного заезда второй серии финальных схваток. Это класс KF Junior. 17 кругов дистанции. Я думаю, это будет очень и очень интересно. Итак, наши Great Girls, наши очаровательные данчанки выходят на стартовую решетку.